Нет, Хаук с перписью и хило. А перси просто, да, не токен. Ни токен не нужен, ни... Не пуха встреча. Встреча по шмоткам вот, по обычным. Эти фулбаф, каску, кулак по рогу. Ну, давай инспекции, это одна шмотка Дорича, одна шмотка Скича, один токен героический, но инспекцию хотите с такой роки. Ну все, я понял, спасибо. Да не за что. Нет, хаба не в хилах, в этом уверенно. Калк там хилит теперь. Кулак МП5. Что там, есть у вас все же? Animal Jazz, Тигара, Волни, Кулни. Animal Jazz есть? Давай сейчас еще раз чекнем. На магах что-то нету. Только бафла сейчас. Кулак бафла. Я вижу, написал же, монорейки дал, дайте кто-нибудь кулак. Веселочка теперь бафает кулак. Все есть. Будет каски, Animal Jazz, прото. Ну прото можешь не давать тут. Тут есть DC. Все уже раздали по всем. Все, давай, пойдем, запускаю. Давайте следующий зачем в больном. Придрухер, сон, маг, Алпич, слятенько, Бедлёс. Подойдите все поближе. Вы можете, кстати, стоять в миликах, тогда у вас будет больше времени, чтобы отбегать на притяжки. Отбегаем. Чем ближе к Синдре вы стоите, тем больше у вас будет времени потом отбежать. И на лестницу. Метки вперед. Херсон, Хаба, Руня, Катамет, Волмир. Ох, широко вы стали. Так, падает спереди, далеко, чуть-чуть лево. РДД играйте по крайним, там край... Слева метки, полных умрешь. Ага. Право падает. Право падает, все близко к меткам. Лево. Осторожно, близко к меткам видите. Падает. Тигару. Так, катамет, рез и понха. Нормально? Оставила, да? Дайте сразу фулл баф по ДК, каску ему, кулак. Так, топнули. Беги, малышка, беги! Я ДК опять чуть не сдох сейчас. Что, у тебя проблемы какие-то с инетом? Нормально, там на двух хилах только освобожденка. Те метки носим под волосы. Отойди, очпачмочка, заморозишься же. Так я не вижу, где там падает. Где-то слева. Что-то в глуби? Да. Слева.
По центру. По центру где-то вроде. Не бейте. Центральную голову не бейте. Стоп. Подбивайте стоп, всегда крайние РДД Америки, те, за которыми стоите. Но там где-то процентов до 30 дальше не надо. Так, Херсона, Реса, Андриага. Нормально? Нет. Поверни чуть-чуть. Это нормально, нормально. Сейчас будет переходка в другую фазу. Все метки носим под боссом. Волнир под боссом. Там хилы по одному стаку можете ловить, разбили его сразу. Два не надо, два там хлопают уже где-то на 4к, а один хлопает там на... меньше, чем на 1к. Продеус под босса. Не разбивайте его, ждем. Будет притяжка. Дотки повесьте. Там стопник, больше не надо, не бейте. Animal Jazz прохитли. Просто там просят. Следующий под босса, Moon Queen. Мелики, уйдите. Мелики, уйдите. Разбиваем. Да, это было просто. Подожди, рано. На 15% где-то там. Гекада под босса, все ушли. Слишком близко встаешь. Разбиваем. Она может хвостом откинуть. Да, не будет метки. Намажем, он под боссом, все ушли. Притяжка следующий, да? Нет, через одну. Это разбивайте следующую притяжку. Угу. Я так и думал, там Animal Jazz умирает, а варан под боссом. Его не разбивать, притяжка будет, и потом рост. Не разбивайте. Ждем. Бегите, мелики, баламут, беги. Не хлопайте, приеду, там захилится, сдамажится без вас. Волнир в сторону, волнир в сторону. Давай, рост. Убиваем Синдру, все несем в сторону. Прожмите чешки, там все чего есть. Пытаюсь в сторону. Да ладно, Сейда съебаться быстро, чтоб не убила. Да ну, надо я. Там на выйти. Бедствие. А куда этот клык упадет? Ничего, Рога, Волнир, тебе вроде шея нужна. Чё, Фруня, это кто такая? Да, у вас сначала смысле или чё? Непонятно. Нет, он из гильдии. Так он на Катару. Приоритет. Вот. А чё мне? А чё Тикари? Я же на Катару. А ты ничего не забирал? На мейн нет? Нет. Там Фруни вырыли. Отдай Фруни, пожалуйста, Капар. Он потому что, типа, как солчата идёт. Вырыли. Кому-то там друиду дать Фруни или чё? Да-да. Кто-то там есть в этом Даларане. Купите мне фласки на танк, пожалуйста, две штучки. Да, он в ВКТ писал что-то Катароле? Да-да. Да писал, писал. Господи, чё вы такие неверующие? Сейчас, да. Так. Смотри, кот. Ты будешь станить все эти самые ромбики. У кого а там блоки есть? Я, кстати, там... было что-то проебался. Что? Какой был Синдры? Пал жрец. А, завоеватель, вижу. Я станлю все кружочки. Все эти ромбики станет кот. Все трусы станет протопал. На переходку, как выйдем, Альпич сразу давай кин на ману, а Геканта поставишь ты там.
Что еще сказать? Что тут еще обычно говорят на лече перед боем? В атаку, герой. Ой, герой в атаку. Дай, пожалуйста, шкаф. А, не надо. Дизарм перенести. Ты говорил, Рома приготовится к бою, блядь. Нужно... Короче, напишите себе макрос. Всякие там магии, присты, чтобы бить в комнате духов, ханты. Там таргет, зловещий дух, по-моему, так он называется. Зловещий он там. Ага. И каст. Каст, ну, для хантов там просто старт-атак, а для магов там каст этот Ice Lance. Не знаю, как по-русски, в общем. Для друидов. Эту мгновенную доту. А смотри еще, Копар, ты на переходках напуливаешь первого и второго духа, и третьего духа. Я напуливаю второго и четвертого на БДК. Угу. Все. А, Волнир еще есть у нас, кстати. Ты там кого хочешь напуливай. Лока пробафайте, он падал. Каску дайте. Каску другого. Лапа. Кто там поводит? Суслятинка поводит у нас РДД зону. Квадрат. Я Миликов. Пестик. Дейсер, ты тут? Дейсер. Войд, пробафуй снова каски. Там. Да, пробафу уже. Че, может, шкаф поставил? Кто-то не здесь? Да. Дессер здесь. Ну, на ФК. Ну так сумунем появится, сумунем быстренько, чтобы быстрее все было. Давай шкаф лук. Сумунем Дессера. Что-то писал? Написал Вара. А, сумонетик лечу. Да, поменяйте фростшмот, если забыли. Что поменяла? Вон баша берет. Дессер, по-моему, на ВРК дышит. А, нет ВРК. Если кто-то упадет, да, сейчас ловушек, я не виноват. Дессер написал, самолетик лечу, тоже АФК пару минут. Не знаю, тоже к чему относилось, тут больше это никто значит, не уходил. Это значит, что ты тактику рассказываешь, а он АФК сейчас. Сейчас через 3 минуты подойдет, наверное. Там вот как перебежали на переходку, прям сразу ставишь тотем и сразу даешь гимн Алпич. Тут Варенька в ШП, кстати, я не сказал. Я думаю, он сам спекнулся. Ты по станам говорил? Да. Да, Маринка в шипе, отлично. Копар, ты там знаешь, как диспелить этого духа? Диспелить? Ну, смотри, еще быстро. Ну, в смысле, там макрос. Ну, у меня такой, например, выбрать этого духа в цель. Каст, усмиряющий выстрел, и сразу так, выбрать цель. Сам я выберу в таргет, если... Ну, типа, чтобы не терять время. Все, он покакал. Монти.
там все есть? Кулака на нем нет. Дайте кулак по дизармере. Веселочка дает. Все, на пол человека. У вас же ДБМ будет ставить всякие мерки там? Потому что у меня нет ДБМа. Че? Мне надо дать ассиста тому, у кого ДБМ есть, чтобы он ставил метки. Да есть, у меня у Славы есть ассист, он поставится. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться, твою милость фон. Кресты, дайте ему баф. Хаду резист он просит. А, кстати, ни у кого не было. Ты пройдешь через эти мучения сам. Дайте я сначала его нормально скажу. Да, чему диспелит этот Альпич? Но я не буду слушать твои... Пожалуйста, дайте только на агрить. Пацаны. Че ты говоришь, бог дать? Можете вам. Все, я думаю, сейчас будет показываться чиновник. Разворачиваем, да, как все правильно. Ловушка приготовились. Так, на мне ловушка, перебегаем. Мерики. Сейчас чума будет. Чума на маги. Карда и РДД зона прибежали. Мерики, встань на месте. Веселочка, встань на двери. Сейчас будет еще ловушка. РДД опять. Проходи миликов чуть-чуть. Проходи миликов. Медряга, поднимай мага. Чума, готовьтесь. Все уже. Милики пробежали. Милики. Поставим на себя меточку. РДД прибежали. Ладно, как он-то было, по-моему. Не. Нахер Соня сейчас. Без пал. Так, веди ближе к РДД зоне его уже. РДД прибежали. Веди. Готовится мало. Сейчас будет чума. А, сейчас будет ловушка, наверное, сначала. Ловушка на меликах. Бежали вперед чуть-чуть к РТД. Чума на Animal Jazz, повезло. Добиваем. 1%, все. Все на край. Сразу давай гену на ману. И ставь-то там. И каду. Инеры там покидайте. Первого давай-ка порты напугивай. Следующего. Не спалите там ретрики, как-то Альпич, БТК. Я напугиваю. Хант, ШПшки, бейте сферы. Кружок собьется там, да. Просто ты напуливай. Добейте сферу. Ставил на серый крестик желтый. И стоим в нем. Все, стой, вот так. Все встали, желтый крестик, разливаем ловушку. Я ставлю печеньку, кот станет ромбик,
И... Моя. Так, сейчас будет осквернение, медики. Приготовьтесь. Animal Jazz. Animal Jazz. Так, все, веди в центр. Веди в центр, давай Геру, да. Геру. Вашу маму. Стой, больше не иди. Отойдите чуть-чуть. Вот встаньте, где я, а то вы в разные стороны сейчас все полетите. Чуть-чуть назад. Плеча. Сейчас спускается первая валька и сразу осквернение. Осквернение бежит к трону. К трону. Весь остальной рейд бежит вместе с вальками. Осквернение к трону. Эндриага, осквернение к трону. Кто-то пал в конца. Кружки ставил, что? Дайте стан по трусам. Дайте стан по трусам, Реддик какой-нибудь. Стан по трусам, играйте в трусы. Больше в трусы играйте. Кто-то пал улетает. Отлично. Сейчас стоим на ранже, ждем осквернения. В смысле, не на ранже стоим, бейте. Он страшно, осквернение. Шпифмачку захил, пигары, осквернение, притворись мертвым. Давай в центр, быстрее, все в центр. Быстрее, иди в центр. Быстрее. Вот все стоим. Вот. Не знаю, кто там улетел. Разбиваем две вальки. Приз, там ШП. Осквернение. Разбежались, медики, осквернение. Дриага. Не в центр, из центра. Приз какой-то. А, завис он. Не хили его, не хили Лоран. Не хильте его. Быстрее в центр. Быстрее в центр, веди. Даем метку. Дальше не видит, стой. Тут третье сразу осквернение будет. Ну не сразу, там будет время. Так, все. Выводи, веди за вальками и приготовьте, сейчас будет осквернение. Руня. Подвали, плохо. Мне потом чё? В центр? Нет. Ну чуть-чуть отведи от края, чтобы сразу не покидали людей. Вот сюда подведи, вот где я. Нам надо перебить. Скорее, чай не забейте. Ну, сейчас будет на мне, Ваниш. Так. На край. Ну, давайте на край. Первого напали Вишхант. Копар. Перкали летит, там к ним резон там. Разбить ее. Камеризон седьмой. Эту я на пуле. Играйте по новому духу. Твой. По-новому играйте. Ты ничего не напомню. Так, побежали. Разбейте сверху там. Играйте по духу. Можете там дотки повесить на плеча. Так, на мне кружок. Давайте. Здесь вжались, ждем. Взорвется. Взорвалось. Дальше сюда.
выход уже. Край победить, еще на край. На краю быть. Должны быть лича на краю. Томят, отлично. Так, держи сейчас лича на краю. Убиваем духа. Быстро сыграете по духу. Побьем его. Третий хлопай духов. Сейчас будет осквернение. Приготовьтесь, мне и отойти вернее. Тигар. Не надо, ты рано ведешь. Там надо было стоять там, под теми духами. Так он же только стоит. Нет, они... Ну, они бы начали спускаться, но нас бы в комнату раньше забрало. Вот, метка. Скажите, может, потом это, войско вызвать, если надо будет? Зачем? Ну, нет, вообще, там еще духи будут. А что, она помогает при духу? Не знаю. Первый раз слышу. Там во время креста по ДК меньше урона. Ну ладно, короче. Беги, малышка! Не веди его туда. Держи, где держишь, ты его уже отвела. Там духи. Какое-то осквернение. Веселочка. Дай сакру. Animal жест, дай сакру. Чего духа пошли? Дальше не види, стой, держи его здесь. Вот он вызвал духа, он сейчас заберет в комнату. Может, порталу подойти? Нас сейчас заберет в комнату, держи на месте. Забери с Animal жест, забери скорее. Иннеры, не забывайте, ребята, что-то хилы проседают. Нет, все взяли этот кружок. Иннеры, киньте, там поставь тотем. Бутыльки с собой таскайте. Так, там падает, побежали вперед. Нахиливайте, пошли дальше. Сейчас куда бежать? Сейчас к порталу беги. О, не помог, раньше я его прожал, а нифига. Вызови духов, поведешь. А, ну не надо никуда везти. Добьем. Чего, мужик? На мужика. Фу, мужик. Да что учиться? Бля, успел. Бей, говорю, успел диван дать. Классно убили вообще. Праведность не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг.
Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить. Люди, молодец. Вольный подарок. Че вы дряги, не могу понять. Ну это, наверное, то есть какая-то вот задержка или интернет, или еще что-то вот, скиллы прожимает. Смотри, быстро, а задержка как спотать. Я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. В таком гасе должно быть побольше. Они повергнут этот мир в пучину хаоса, а сирот падет от их рук, и ты станешь первой. Привет! Привет! Че это чудо? Мое. Как дела? Свет. Даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Алло! Хорошо, да, говоришь? Нет, он говорит, алло. Алло. Давай твою ДГП. А как-то снимаю. Не понимает? Да, не понимает. Твоя ненависть не заберет больше ни одной! Равновый интеллект на этот собеседник сошли, да? Мама! Ты ГП за шмотки начисляешь. Просто в списке рейда выбираешь чувака, тыкаешь, да, начислить ГП. Выбираешь там шмот. Я... У меня получается, когда... Как она? Шмотка лежит, короче, в боссе. Я нажимаю там группы, вот это все. Выбираю, кому накинуть шмотку. Она передается, и выскакивает табличка с ГП, короче. Вот. И в ней, если типа фул надо, если ничего не надо менять, я нажимаю Enter просто. Если надо что-то менять, сразу цифер. Это ЕПГП лутмастер делает? Сразу таун жмет, непонятная ситуация. Наверное, это надо в настройках вначале прописать. Чтобы выходила диалоговая кнопка с тем боссом. Я ничего не понимаю. Ну, смотри, когда я рейд собрал, там он мне предложил, по-моему, то ли он сразу предложил по ЕПГП лутмастеру разроливать, то ли когда первые шмотки упали, я не помню. Ну ты... О, у меня перезагрузка компа через 5 минут. Ты глянь в этом, как он называется, в мувике, как у меня выглядит эта хуйня. Поставьте портал, пожалуйста. Теренас надо за пару минут разрулить быстренько. Коня давай, коня. Аркус. Сейчас нихуя не было. Таблички почему-то. Заходите на ИПА. У тракториста. Чё там, на ОФ не ролишь? Защитник. Пар 3 токена. Какие на шаманы? Тоже защитники никто не ролит. Никакой. Дай на Фаркус, если никому не нужен. Кто там, погоди, сролил катамят? Нормально, он не тупил вроде. А, сразу будет сейчас резко. Его эти, на Синдре с дыханием сбрил один раз вроде, и все. Пофиг, ничего страшного. У меня сейчас комп перезагрузится, так что... ЕП есть кому начислить? Вань, начислишь, слышишь? Да я могу, у меня есть.
Ой, Таркус командой уж на оф. Если никому, то я бы с радостью забрал. Сейчас я комп. Смотри, чтобы тебя галочка не стояла. Все хорошо, я встречу. Чтобы все гильдии... Кто-то еще заходит на ИП? Угу.